А мы в аэропорту едем летом. Фейс-контроль прошли. Неожиданно пещера. История печатных машин. Девушка, вы тут книжки все нам порвали. И зачем вы их приклеили на стенку? Угу. Неожиданно, конечно. Ну кто-то будет такой брать? Капучино для лучины. Ну. Я думал, это может такой красивый. Такие красивые бокальчики. Ждем скоро нам на посадку. Achtung bitte. Fluggäste auf Lufthansa. А что это эти напихались перед нами столько? Все, мы набираем бешеную скорость и будем слетать. Жалко, что не возле окна, так вот все бы подождало. Мамочка. Кошмар. Стреляют нас. Это ты в камень считаешь? Да, конечно. Кого не виляют? Ну, оно вот так вот крыло. Туда-сюда, туда-сюда. Но мы снижаемся. Да, маленько. Будет пункт назначения. Встанешь, будешь, значит, будешь. Мама, дорогая. Посмотри, как его колбасит. Так это перекрестился, все с днем рождения. Наконец-то мы вышли с самолета, везде посты. Везде проверяют, это кошмар. Везде куча бумаг. Так, это еще один паспортный контроль у нас. Ну, где бумага, что ли? Ну, что за дымка такая? Потом, когда он говорил, он, правда, тихо говорил, не говорил. Аж пальмы гнутся. Песчаные бури. Нифига себе. Такого ни разу не видел. Ура! Это панакота, а не брусня. Или прошоты. Мне кажется, это мамка какая-то. Боже, что делать? Это вкусно. А что это? А ты еще не попробовала? Не попробуй. Это... Опа. Ты говоришь, что еще. Не, они смотрят на тебя. Пока наши номера готовятся, пойдем проведаем немного территории. Проведаем. Господи. На камере даже как-то больше кажется быстрее. Это детский? Холодно? Какая интересная история. Вот бассейн, вокруг бассейна. Давайте наколдуем, чтобы ветра не было. Вот, ребята, круто. Да, приехал. Да? Я по умру, по хаванне на могиле стрибет широкий Украина мелы. Ура! Если я живу, то что вам надо? Вдвоем, вдвоем будет 50 долларов. Вдвоем на 1 квадрат. А что не 30? Пацаны сказали, пацаны. Я покажу черепаха тоже там. Давай. У нас черепаха 140 лет. Понятно. Как по-русски похоронить меня на могиле через реку широкого Украины мелешь? Она такая шустрая для своих 140 лет. Халява. На халява. А да, я уже похожу. Да, там отдай. Она сексуальная форма. Хорошенькая. Очень много таких домиков. Смотрите, как красиво освещается вечером. Выходим на вечерний променад, да? Да. В этот ресторан можем записаться, пойти. Тут надо бронировать.
казак из Дубля. И это не мальчик. Пока, пацаны. Пацаны. Ай. Подружка украли. Украли? Ничего не так. Такие. Вот такой сегодня у нас ужин. Рыбка, шашлычок, мясо, крылышки. Это класс. Произведение искусства. 3 дня будет ветреная погода, а дальше должно быть тепло, солнышко, комфортная погода. Сегодня французская тематика. Он показывает туалет. Это же очень интересно. Смотрите, как красиво. Вот и там вход тоже в этот ресторан. Красивый Преславль. Очень интересно. Это же все такое красивое вообще. Они любят вот именно такое. Познакомился. Ух ты ж. Алло. Это от этого сока? Нету русского. А что это такое? Короче, надо запомнить. Ух ты. Я не знаю, что это. Угу. И соки. И дальше. Особенно по вечерам они все здесь. Вот вчера мы на этом автобусе ездили. Нас увезли в банкомат. А вот это? Да. Вот такие, да, сувенирчики неплохие. А роликсы есть? Конечно. Да? Да. Ты что, ты что? Как красиво. Переливается. Абракадабрака. Да. До свидания. До свидания. Удачи. Спасибо и вам удачи. Героям слава. Что, Леша уже раззнакомился с друзьями и обзавелся туда? Это все, это все. Что, вчера? Мама еврейка, папа. Еврей? А я египтянин, да. Кого лебедя нам слепили. Я свечусь? Идем купаться. Оставайтесь, но вам еще куча всего будет много интересного. Классно вообще. Для лучшей девушки, лучший коктейль. Алло, а тебя что, потолкнуть еще? Давай. Нормально, я говорю, если бы ветра не было, было бы нормально. Сейчас нам пинаколада нашу. Супер. Еще одной красивой девочки. Ой, помогите. За отдых. Я бабочка. Бабочка в Египте. Я бабочка. Я бабочка. Я сумасшедшая. В Украине самые красивые люди. В Украине не самые красивые. Самые красивые. Да. Самый красивый и сексуальный. Точно! Я украинка, она татарка. Татарка? Да. Это ее дети. Мулатенко. Есть. Вот твой женник вот это вот. Ты араб, что ли? Тебе уже хорошо? Да. Если мы together все, сразу все, вот это за 25 долларов, все. Чтоб ты же не видите, что мы знаем. Давай писай уже и пошли. Мужчина! Мужчина! Спасите, помогите! Прекрасное море.
далее, оп. Я уже вторую взял себе. Печень. Значит, вкусно. На сушеное, да, и похоже. Отличие только от того, что это свежее, а то сушеное. А вкус одинаковый. Сочнее. Ой, какая красивая. Медвежоночек. Фу. Гамноперерабатывающая хрень. Леша, беги, а то начнешь опять рыгать. Вдыхай, Леша, вдыхай. Что на страх? Вот, настоящее, живое. Вообще, как можно пройти такой мимо красоты? Надо будет сделать фото с ними. Класс. Кицик, привет. Привет. Вот так вот взял и пометил. О-о! Не, ну что такие? Поиски банкомата продолжаются. Мы загребли через пляж в соседний отель. И... Ой, какое тут все прямо белое. Стена, и тут вода течет. Статуи такие. Так быстро стемнело. Ладно, побежала я за нашими, а то опять потеряюсь. Ой, подождите! Помогите! Ужинаем. Постоянный культ еды. Позаглядываем в тарелочки. Вот это правильно. Значит, сам до следующего дня. Завтра нас ждут новые приключения. Мы едем в аквариум. Аквариум. Да-да-да. Ждут завтра новые приключения. Так. Чуть не заблудились в этом человечнике. Доброе утро следующего дня. Мы на завтраке. Сегодня нас ждут приключения. Вот, я сегодня на фруктах. Кофе. И тут сосиски, яичница. Шундыкай. Такой стиль интересный. Сейчас оладьи загадочно. На ковре вылетит. Вон оттуда. Вот туда, да. Оладин бич ресурс. Горочкой. Курга, да, не знаю. Наконец-то приехали. Что за тетя? Свинец, да? Проходим. Все, мужчина, обойдите. Ну, а ты так, наверное, делает. Ставят такие штучки. Ставки. Красиво. Красота в деталях. Такие сисяу сделали нормально. А тут детская тематика. Кидс. Все, Симпсоны. Это что за девочка-инвалид? Пипи. Дориная.
очень. Ты верблюд, кататься будешь на тебе? Все, приехали в океанариум. Она без чешуи. Голенькая рыбка. Голенькая. Ой, какая красивая среди них поплыла. Вернитесь, рыбки, вернитесь. Я побегаю. Что это? Головастики такие, видишь? Тут еще рыбка. Земноводная акула. Красиво. Ой, смотри, наежилась, видишь? По-моему, она тебе угрожает. Гонит, гонит. Класс, смотри. Класс, смотри, скат на нас. Давай, Демьянчик. Акула! Наконец-то. Крокодил. Крокоде. Крокоде. Спи, греется. Ты мало сыру ее брать. Делай. Смотри, какая капризная, не хочет. Это самец. На. А, прямо с руки взяла. Всех павлинов созовем. Красивый хвост такой. Ух ты, смотри, какой красивый. Так, ты с кем? Да. Смотри, какие они красивые. Ты малая, самая хитрая, слышишь? Ой, какой красивый. Леша, ай, смотри, Леша. Ты такой красивый, ты знаешь, что ты красивый? Самая красивая птица. Ой, слушай, она походу яму роет, чтобы сбежать. Клином. Да. А реснички, ты видишь, какие реснички? Как у Лёлика. Ты красивая такая, улыбака, прямо улыбается. Вот эта девочка. Какой злюка, ты такой злюка. Видишь, какой красавчик. Пришли мы уже на обед. Приехали и сразу попали на обед. Фаршированная перепелка. Серьезно? Да.
Зенит, сладости, шашлычок, ребрышки, шаурма, салат, листья салата, десерт. Лохатки мы брали в гнездах, они еще вкуснее. А это как огурчики. Ой, так оно на ощупь такое приятненькое. С разных кусочков бедных убитых животных. Да, интересно. Вообще разноцветное. Такая фирменькая. Угу. Животное. Настоящая чебурашка. Что это тоже кожа? Что это такое? Иди сюда. Пощупай, только дотронься. Так как наш Лёля. Даже лучше.
Она получается тяжелее, да, с каракуля? Я уверена, мне бы такая пошла. Ой, боже, с такой брошкой красивой. Брошка? Мужской отдел. Мужские шубы, пожалуйста. Такая же, как у Майкла. Да, и Майкла Джексона. А слышишь, а может Денис тебе шубу хочет купить? Там такие красивые шубы. Морской котик один. Сейчас Леша покажет тюленя. Поздравляю. Наша первая достопримечательность – работающий светофор. У нас их 11, и у нас есть такая традиция. Если мы с вами поймали первый на этом месте, то оставшиеся 10 будут тоже нашими. Египет знаменит, конечно же, и своими пирамидами, и уникальным маслом черного тмина, которого на Ближнем Востоке называют черным золотом. Но, безусловно, для многих людей визитная карточка Египта можно считать Красное море. Красное море считается самым чистым морем в мире. На тротуаре собираются молодые египтяне с чипсами, и наблюдают за тем, как иностранки в бикини купаются и принимают солнечные ванны. Какая интересная, красивая вода. Как голубая-голубая. Перепрыгивать вот этот забор, и тогда он будет бесплатный, купаются здесь люди. Также паркуются яхты. Там дальше корабль-отель. Это военный остров. Так гид сказал. Это какой-то ресторан. Когда мы уже совершим поездку, прогулку, знаменитая набережная, да? Там яхтинг-парк. Яхты паркуются, самые красивые и большие, и богатые. Может, по мороженому. А, я же забыла, мне ж муж жоп. Тебя муж в лоб. Лешечка, посмотри, какая вода красивая. Боже, и прозрачная. Такая красивая вода. Смотрите, вот домики. В этих домиках можно снять квартиру. 500-600 евро в месяц. Салам.
Конечно, прикольно. Да, вообще. В таких и жить можно. Поэтому здесь, ну, на самом деле, это так, знаете, потом да. А, там наш автобус. Мечеть. Так, это Шамия. Кстати, финики. Чай для психов. Надо. Для психов. Смесь для курицы. Ой, видишь? Ой, сколько там прессовано. Масло для суставов. Для суставов более суставов. Такая стоит 18, 24, 30, 46. Есть на воле. А что это такое? Знаешь, что сразу у нас умеет иметь кокосом, запахом. Ой, какие разные. Интересные. Открыто тебе. Не перчите. Лампа Аладдина. Вот жабки, курочки. Привезли нас в ресторан рыбный покушать. Принесли супчик с ракушкой. Такое красивое блюдо принесли рыбу. Макса некрасивые принесли. Креветки. Кальмары. И коричневый рис. Доброе утро! Сегодня наш последний день отдыха в Египте, и это наш последний завтрак. Легкая музыка играет. Как вам отпуск, Максим? Как вам отдых? Классно. Если бы еще не ветер, да? Мы как раз улетаем, и тут настается настоящее лето. И вон здание. Впереди это спа, где нам сейчас будут делать массаж. Нам сделали офигенный массаж, классно всего тела. Поплавали в этом джакузи. Поплавали. Мне даже носика намазали. Мои ручки, мои носик. Это весь мой заказ. Пришли к главному бассейну. Там красиво, с камня, фонтанчик, вода бежит. Саша, где твой тетя? Нас коктейлем. Салам. Холодная водичка, да? Она тебе холодный коктейль. Не, она поняла. Можешь не пить, но сфотографироваться. Я пробивала. Да, давай. Все, достаточно. Я тебе говорю, она сначала. Лёшка, надо плавать, а не ходить. Ты замерзнешь. Давай я тебе пришли. Thank you.
это наш ужин на сегодня. Наш последний ужин в этом ресторане, в этом отеле. Время почти 4 утра. И это означает, что мы выселяемся с отеля и уезжаем, улетаем домой на Киев.